И снова всем здравствуйте. Я комаров кормлю и мошку. И пришел я сегодня, у меня был план Виктории набрать клубники и домой. А зашел в Косогор, огляделся, а тут вот так. Сейчас покажу. Сейчас все увидим. Тут малина поспела. Вот она торчит. Ну что, мимо ее проходить, что ли? Да нет, конечно же. А тут еще кустичка. Вон она какая ядреная. Это все малина поперла. Ее тут много. Вот она кругом здесь. Она вот там на вишнях растет. И вишня вон покраснела. Я уже малины натрескался. Сейчас я всего попробую. Ну, вперед и с песней. Не, ребятки, смотрите, какое изобилие витаминов. А вот беленькие, я уже их пообдергивал. Вот они красивые такие, вот здесь сидела красненькая такая, красненькая. А я их уже хрум-хрум. Крупная. Ну вот, по ногтю. Ноготь и ягодка. А это кто-то трескает. Пусть он ее и доедает. Вот эти хорошенькие. Вишенку попробую. Махачка. Они кисленькие. Еще. Ну что-то вишни маловато. Не вижу вообще. Ну вот она. Вот они висят, малинки. Малина на вишнях. Вон она. Много нету, ну только начинает. Но все равно, о, эта маленькая уже побагровела. Сейчас ее тоже стрескаю. Ну, это вкуснее. Вот еще одна вишенка. Наемся всего. Ну вот кустик стоит. Где он лежит весь? Я его просто беру, так поднимаю, вытаскиваю. Он выше меня ростом. Он выше меня ростом. И вот сколько на нем все болтается. Я вот так вот переношу и ложу его на крапиву. И на Иван-чай. Вот Иван-чай. Все, вот эта красота теперь у меня здесь перед носом. Наклоняться не надо. Там внизу ее еще есть навалом. Надо поднимать плети вверх. О, на него, там. Я их вижу. Вон они. Все, начинаем доить этот кустичек. Вот такой красивый он. Вот такой он. О, какая гроздочка. А? Так, ням-ням. Ням-ням. Вот так с гнильцой. Тоже с гнильцой пойдет. Вкусная малина. А эта кисточка вон какая. Ням-ням-ням и ням-ням-ням. Все съем. Угощайтесь. Ближе подхожу. Берите сколько надо. Угощайтесь. Все угощайтесь. Вот еще одна веточка. Достаю. Вот она какая. Так, надо ее как-то привязать мне. Я ее вот так вот. Раз вот сюда, вот так вот. Так на вишню положу. Вот так на вишню положу. А потом закреплю ее на этой же вишне. И она будет висеть. Я сейчас красную соберу, а новая соспеет, и люди будут идти. О! Уже готовы. Наклоняться искать не надо. Ну, у меня все продолжается. Я беру все подряд сейчас, что попадается. Вот такая вот ягода. Здесь первый раз я брал недели полторы назад. А сейчас она здесь вот такая вот появилась. О, какая. О, какая. Сейчас сорву.
протяня. Здесь уже все выдрано. Здесь все укатано. Просто все выбито. Но я ее все равно вижу. Она вон она. Вот она. Большая уже. Я уже вот какую бадью набрал. У меня там малина внизу. Сверху Виктория пошла. О, сейчас я вам что покажу. Вот они. Гроздья прям. Сейчас специально пойдем сходим. Вон вишня. В этом году ее мало. Я вижу красненькие точки. Трава в мой рост. Вот вишни мало совсем. Вот она такая здесь. Вон кое-где. Ну так, похавать. Ням-ням. Прийти можно. Но это мало. По сравнению с теми годами. Трава. Вот она. Я и трава. Мой рост. Пух-пух-пух перед мордой. Кыш. Сейчас пойду доберу под этой березкой. Что есть. Пойду вниз. Через березы к озерам. Там на гору полезу за клубникой. Маленько клубнички наберу. Свеженькая кончилась. О! Вот что я увидел здесь. О! Вот что я увидел здесь. Вот они. Вот так тут мимо проходить. Раз, два, три, четыре штуки. И полная ладошка. Я их съем. Я уже объелся всего. О! Красотуля. Вон вижу, вон еще внизу вижу. Пойду собирать. К смородинке пришел. В прошлый раз снимали, она еще зеленая была. Сейчас вот черненькая уже появилась. Маленькая. Она еще зеленая. Хоть и черная, но она еще не поспела зеленая. Я попробую и брать не буду ее. Такие ягодки. Вот такие вот ягодки. Здесь Викторию уже собрали, но не все. Вот она, о какая. Здесь другой сорт. Она вся сладкая, вся вкусная. Натюрморт мой. Здесь смородинки бросил чуть-чуть Виктория. А внизу там малина. Ее всю сожмет. Я думаю, приду домой, блендером бахнут все. И пусть что будет. Вот эти. Тенечки хорошо.
Это бадья уже шею тянет. Чих. Вон еще вижу. Вот такая. Вот такая вот. Ну и так далее. Вот они все здесь. Еще зелененько. Все, отключаюсь, собираю, добиваю и вниз. Не могу убежать я отсюда. Ну не могу. Вот эта вот Виктория, она нарушила все мои планы. Я иду, она вот так вот, у меня такая вот. Вот гроздочка попадает. Но вот эту я отсеиваю. Одну, вот эту, две. А эти-то надо забирать. Куда я их? Я уже есть не хочу. А это что такое? Ну это что такое? Это как называется? А? Вот куда идти от нее? Мне надо еще клубники набрать. У меня уже тара полная. Ну я найду, что набирать, естественно. Ну это тоже жалко бросать, она пропадет. Вон она сколько здесь. Все, она уже давится. Даже боюсь кусты раздвигать. Вот она торчит. Вот она какая. И здесь то же самое. Вот они все. Спелые, крупные. Вот они какие. Здоровые. Вот они. Мои бадёечки лежат. Доберу я ее здесь. Ее тут много, ее тут тьма просто. О, смотрите, сколько ее тут. Ёкала-мэ-мэ. Это уже кто-то стрескал. Вот такая Виктория. Вот в таком лесу. Вот в таком лесу, вот такая Виктория. Тут лес. Ничем она. Не удобренная. Ничем она. Не политая, кроме дождя. Эх ты, он мне чуть мозг не выклевал, гад. Вот они такие вот. Иди сюда. Один остается. Он же мягкий вот этот. А нет, я ошибся. Иди сюда. Показалось. Фу. Это уже все. Ням-ням-ням-ням. Вот они. По ранжиру. Иди сюда. Здесь что? Вот они. Иди сюда. Все, ребята. Собираю. Тут ее вон. Тьма. Тьмущая. Это все Виктория. Я ее буду собирать, наверное. Ну что, наверное? Не наверное, а я буду исти собирать. Все. Желтая малина. Вот они. Нормально уже.
вкусно. Очень вкусно. Что-то маловато здесь маленькие. Ну-ка, вот туда пойду. Зайду. Не, не то. Надо вылазить отсюда. Иван-чай растет кругом. Это хорошо. Так, пойду краешком пройду. Где моя... Вот мой мешочек. Стоит уже под завязку почти там литров 11-12. Что, малины я не наберу сегодня до конца? Много. Много нету ее. Малины в этом году так, среднячком. Малину с березы собрал. Ну, вот нам береза. Вот там малина была. Да. О, хороший кустик вижу. Подойду я к нему. Привет. Как вы тут без меня? Дождались? Не так, чтобы много, но сейчас я вас подберу здесь чуть-чуть. Можно? Спасибо, что не отказали. Ням-ням. Первую дозу надо попробовать. Угу. Нормально. Вон и желтенькая тут есть. Маленькая. Все. Приступаю. Ну вот я и навыгуливался. Ой, спекся. Накормил опять всех, кого не лень. Все мной попитались. Набрал клубники. Не клубники. Клубники чуть-чуть набрал. Виктория в основном и малина. Все, сейчас буль-буль, куп-куп и домой. Всем пока. Ну вот, ребят, демократы. Из дома поступил звонок. Сказали, что набрал, то набрал. Но клубники, говорит, охота свеженькая похавать. Вот шел, шел и свернул. Не пошел далеко в Косогор, пошел прям вдоль дороги. И вот завернул. Посмотреть, есть ли клубника. Посмотрел. Клубника есть. Смотрите, какая борозда. О, тут есть. Тут есть. Потом посмотрел по сторонам. Маленько по сторонам. Она кругом есть. Вот я и решил, что у меня есть там тара какая. О, оня-ня. Вот какая тара есть. У меня я ее сейчас добью. Потом искупаюсь вот здесь. И пойду чистенький домой. Вон где висят. Под самой горой. Ой, я туда не залезу, поди. Крутяк. Вообще караул. Я их съем. Я их залезу сейчас и съем. Вот они. Иди сюда. Вот я ее сорву. Все, поехал вниз. А поехал. Ой. Угу. Поймался. Я их только съем и назад пойду. Они спелые. Прям караул какие. Это вкуснее малины. Вкуснее Виктория всяких. Сто раз. Вот куда забрался. Все, там небо.
туда не полезу. Мне домой надо уже. Сейчас потихонечку спущусь. У меня тара закончилась, я вот какую собирал. Не в бутылку. Вот она висит здесь прямо. Прямо на солнцепеке. Уже подсохла. Но она вкусная. Вкуснее, чем просто спелая. Я тут подсохшая прям вообще. Иди сюда. Иди сюда. Вид сверху. Прям на солнышко. Ну, прям сейчас как разогнался бы, как плюхнулся туда. Что я сейчас и сделаю. Сейчас скачусь потихоньку. Ой! Все, вон. Что делаться? Полные башмаки будет. А вот тут еще крупнее. А тут вот она какая. Ой, около мене. Эти-то точно я стрескаю сейчас сразу. Вот это вот самое вкусное. Ой. Ням-ням-ням. Это вообще караул. Просто труба. Это просто не передать, что это здесь получается. Заедение такое. Это надо самому. Фу. О. А как вам такая кисточка? Я ее сейчас подаю. Почекрыжу, отчекрыжу. Фу. Я ее всю съем. Это даже вкуснее всех. Даже сливок не надо никаких. Все, я это вместе с пестиками, с тычинками. Они тоже полезные и вкусные. Ё-моё, мимо прошел, опять поползу. Ну-ка, иди сюда. За что-то поймался колючая. Мимо пробежал. Два шага-то я поднимусь. Фу. Одна вообще сухая. И это... Иди сюда. Все. Вот так же это все там. Ёкала мане. Это разве все? А это что такое? Это кому оставил я? М? Иди сюда. Ну-ка, что там еще внутри у нас? В травке-то есть что-нибудь? М? А это что такое? А ну иди сюда. Так, все на выход. Ладно. Ну еще вот эти. Сейчас. Потрескаю. О. Ну и эти сюда идите. Да кучи уж все. Я больше не вижу. Или мне не по глазам? По глазам вижу.
Ну все. Знаете, конца края не будет. Ой. Держаться надо за что-то. Есть. Вовремя приземлился. Идите сюда. О. Сейчас отсею здесь мал-мал. А все остальное. Ёкалы на меня. Все, не полезу больше. Держаться надо. Все. Ну все. Точно, теперь точно все. Все. Съехал. Ой. Фух. Ну все. Расстегиваюсь. Ой, на пуговичках у меня сидит все это. Дело. Все. Бутылка у меня на пуговичке держалась. О, еще литровочку нагрузил. Сюда ее. Полная. Все под завязку. 5, 10. Тут 11, 12, 13, 14. И там еще полторашка. 15 литров, короче. Мне на сегодня хватит. Время даже не знаю сколько. Все, пошел бультыхаться. Вот в это озеро. Оно теплое сильно. И домой. Всем пока. Цикорий. Кому надо цикорий? Вот, приходите, набирайте. Вот так цветет цикорий. Если кто не знает. Но, по-моему, все должны знать, что это цикорий. А никакие там не васильки, ни еще что-то в этом роде. Вот такой вот он, красивый. Оса нектар собирает. Сладкий, наверное. Ну-ка я попробую. Ничего не понимаю. Что там вкусного? Ну, вот такой цикорий здесь. Его можно хоть где копать. Он в себя ничего не впитывает. Никакие ядохимикаты, ничего. Ему все по барабану. Корешок копать надо.